Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев от себя лично, от имени всех казахстанцев, поздравил нашу сборную с успешным выступлением на 17-летних азиатских играх, отметив, что они оправдали надежды миллионов соотечественников, которые испытывают гордость за спортивные победы нашей сборной. Цитирую. Своим упорством, мастерством и волей к победе вы в серьезной борьбе со спортсменами из 45 стран азиатского континента завоевали 84 медали, 28 из которых золотые. Это лучший результат, новый рекорд за всю историю участия Казахстана в летних азиатских играх, говорится в поздравлении. Президент Казахстана также подчеркнул, что успех нашей сборной является залогом будущих побед на предстоящих 31-х Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В завершении глава государства пожелал спортсменам здоровья и дальнейших побед.